Добрый день, участники фестиваля Golden Times. Я Марина Унил Спенсер. Рада приветствовать вас сегодня здесь, веду репортаж из Италии, скажем так. Окей, пройдусь по танцам. Надежда, ансамбль. Пожалуйста, вместе работайте. Обратите внимание, чтобы, поскольку у вас коллектив ансамбль, чтобы дети работали вместе, повороты делали вместе, плечо к плечу, наклон головы, все вместе. Также эстрадный второй номер у вас. Немножко не соглашусь, костюмы не подходят к тематике танца. Костюмы шикарные, надо другой номер поставить на эти костюмы. Вот, и мальчики там не вместе, справа разворачиваются. Следующее. Наири ансамбль. Хочу отметить шикарные руки у вас. Армянский ансамбль танцует фольклор. Единственное, если вы танцуете фольклор, то должны быть характерные туфли. У вас тапочки белые, что есть немножко отклонение. Дальше следующее. Бухрякова Фарида. Хорошая девочка, очень хорошая подготовка, хорошая физическая, ну вот я написала, хорошая физическая подготовка. Следующее. Александров Андрей. Я ему дала гран-при. Хороший мальчик, шикарные спортивные танцы у него категория. Очень все трюки выполнены замечательно. Рандольфы. Единственное, на рандольфах держать ножки вместе, тянуть подъем и работать над подколенной мышцей, вытягивать ножки. София Гаврилюк. Совершенно другая категория. Белли дансинг. Я тоже дала гран-при. Хорошая девочка, очень завела характер, показала танцевальность, музыкальность. Красивая девочка. Все восьмерочки сделала бедрами. Замечательно. Ручки работали хорошо, мне понравилось. Дальше, из тех, кого я хотела выделить, из спортивных танцев, очень хорошие дети, очень сильный ансамбль, вот, Dream Dance. Здесь мне понравилась Денисенко Анжелика, 10+. Дальше, единственное, хореографы, пожалуйста, обратите внимание на музыку. Когда маленькие дети танцуют на тематику, что ты меня любил, потом бросила, я тебя не поняла, ну, как бы в это не веришь, поскольку ребенок 6 лет не может уже взрослые отношения переживать. Поэтому выбирайте музыку. Я понимаю, что на английском может быть что-то непонятно, но тогда выбирайте музыку на доступном языке, на котором понятно. Или классическую музыку. Тоже хорошо смотрятся спортивные танцы на классическую музыку. Следующее. Хащенко Стефания. 9. Я поставила 9. Дальше. Следующее. Ансамбль Twin Dance. Тоже 9. Неплохо. Максименко Анастасия. 10. Молодец. Умничка. Хорошая девочка. Очень мне понравилась. А, ну вот я ее отметила. Денисинка Анжелика. Маленькая. Среди до 5 лет. Репьяка Анастасия, работать над стопами. Хорошая девочка, работать, вытягивать подъемы, прям растягивать подъемы. София Кузьменко, лирический танец со спортивным уклоном, тоже 10, хорошо, молодец. Тятя Василиса, 10. Ну вот и все из танцев, спасибо.